Итак, друзья, еще раз и Байрон Лар с праздником «Любимая Турция». И в этот раз первая часть по проспекту Ататюрка я снимал, как проехал весь парад, прошел. Сейчас снимаем на Action Соньку, снимаем здесь, снимаем еще раз. Вовремя я успел перескочить сюда, и вот-вот-вот уже самый первый, самый почетный. Впервые полицейским даже, молодец, красавчик. Люди здесь встречают, кто-то также там встретил и прибежал сюда тоже, чтобы два раза все увидеть, поснимать. Все семьями, куча детишек, куча людей повсюду. И теперь смотрим еще раз с этой стороны. Надеюсь, я никогда не был здесь на таком празднике. Надеюсь, хоть чуть-чуть я могу вам передать эту обстановку. Позитива все на позитиве, конечно же, все радостные, веселые. Они очень-очень любят эти шествия праздничные. Очень, конечно же, почитаются этот праздник. Он один из главных праздников. Да, я думаю, что это самый главный праздник в году получается для любого турецкого гражданина. Обратите внимание, футболки у многих, особенно у детишек, с портретом Мустафы Кемаля Ататюрка. Собственно, человек, благодаря которому Турция есть такой, как она есть сейчас, которую мы любим. Очень много он сделал для этого всего. И действующий президент, конечно, тоже, которому большое спасибо за то, что и президенту, и мэру, и всем-всем-всем, за то, что мы любим эту замечательную страну, мы в ней находимся. И тут я смотрю, немножко людей, наверное, поменьше, не все. А, нет, они просто растянулись на длинную колонну. Можно идти вот так вот даже навстречу немножко всем, и может так даже интереснее будет. Вот она, вторая часть колонны. Мустафа Кемалин, аскерлерimiz! Мустафа Кемалин, аскерлерimiz! Все
сильно растянулась колонна. Первые так быстро здесь оказались. Там еще вон люди идут вдалеке. И будет, конечно, возле муниципалитета концерт, два исполнителя там на 8:30 и на 9:30, по-моему, два исполнителя выступают сегодня. Ну, много наших людей, видимо, живущих здесь, туристы вряд ли живущие здесь, вот ребята прошли. Раз, два, семьи наши, которые тоже именно прошли, участниками парада были. Напоминаю, что первая часть, наверное, уже на канале. Первую часть мы снимали по проспекту Ататюрка, как вся колонна проходила. И сейчас снимаем вторую часть. Смотрите, как растянулась колонна. И песик прошел, я его помню, он шел там по улице, и здесь песик прошел полностью весь парад. Ребята были футбольные команды Alanya Sport, наверное, фанаты, самые громкие. Очень много русскоязычных там в колонии народу. Молодцы, малыши. Все? Или еще там кусочек где-то сзади будет колонны? Украина, привет. Участник парада. Украинский броневик. КАЕ, я не знаю, это какая область. Все? Или там еще? Там еще должны джипики, по-моему, ехать. Опять же растянулась колонна. Вот смотрите, футболки у всех, смотрите, обратите внимание. Там очень много людей на площади возле водопада. И такое впечатление, что там что-то, может быть, проходит даже. Не знаю, смотрю, что там очень много людей. Я думаю, или бежать туда за флагом, примкнуть колонии, или ждать. Собственно, я все равно там их увижу потом, если еще будет продолжение. Если будет, мы его еще увидим. Люди еще стоят, ждут, значит, еще будет часть идти.
Людей много, кстати, в ресторанах. Ну, не то, что много, но немало. Это европейские в основном туристы. Также немножко есть турецких людей, праздник отмечающих, наверное. Интересно, будет еще что-то там или нет сзади. Да, машины же должны еще ехать, все-таки джипы, машины. Быстро пролетели, надо было сразу там за флагом мне остановиться и с ними продвинуться, немножко пройти. Ну ничего, зато я сейчас иду как участник парада. А, там сегодня на военный корабль пускали, я даже забыл, но сейчас вряд ли уже вечером. На корабль береговой охраны. Так, пока я так и не понял, будет сзади еще что-то или уже нет. Очень-очень много семей с детьми, все с флажками, все радостные. Сейчас подожду немножко, автомобили еще, может быть, будут проезжать. Людей там возле сцены, там просто невозможно будет пройти, такие там толпы людей сейчас уже. Ух, тут все в дыму от фаеров, фаеров не вижу, а дыма столько вокруг. Снимаю пока, передаю, продолжаю вам передавать эту атмосферу. Пока автомобилей, но пока ждем, давайте походим немножко здесь.
дальше там пройти нереально. Я вам так показать с краешку, сколько людей. Вот он, песик, участник парада. Sende şafak bel gibi ey şanlı Hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Benim duyduğum sana yol. Хожу, потому что я становлюсь, и ряды сразу сзади меня. То есть люди подходят, подходят, людей больше, больше. Сейчас пойдем еще посмотрю, будут ли автомобили, что мне кажется, что их уже не будет, уже прошло сколько. Больше, чем взрослых, так смотришь по сторонам. Ждет еще кто-то колонну или нет? Или уже все, друзья, тогда я буду, наверное, прощаться с вами. Я думаю, что уже они вряд ли будут ехать. Хотя... Что-то там вроде светится. Кто-то, возможно, едет. Давайте еще чуть подожду. Как бы что-то там еще наблюдается вдалеке. Будем пока смотрим, как люди отдыхают. Кто-то просто на травке. Одеты, кстати, все по-разному. Я, кстати, сам сейчас свитер, на всякий случай его одел. Потому что знал, что возвращаться буду уже за полночь, наверное, будет. А так, в принципе, люди ходят и в футболках, и как бы кто в чем. Давайте выглянем на набережную, пока никто там не проехал. Может быть такое, что вечером пускают на кораблик, или вряд ли. Ну, в принципе, пройтись, посмотреть. Но много людей, конечно же, на набережной, очень много. Может быть, и пускают, кстати, потому что все-таки ж праздник вечером. Все здесь. Попробуем пройти сейчас туда тоже. Если пустят, разрешат поснимать, то, может быть, даже покажу вам немножко. Ой, как пахнет попкорном. Попкорн. Какой запах. Боже, какой вкусный запах. Никогда так меня не привлекал запах попкорна, как сейчас. Ну, в общем, дальше там пройти нереально. Там уже толпа людей, которые заняли позиции смотреть концерты. Полно людей. А, кстати, вот это самое правильное решение, тут футбол было, можно вот на трибуну вот там вот сесть на верхние ряды и оттуда смотреть на концерт. Так, идемте все-таки посмотрим, проезжали ли там еще автомобили или нет. И потом я выключусь и пройдусь на кораблик, посмотрю, если на него пускают.
кто-то там еще едет. Значит, мы не зря ждали. Но мы в любом случае не зря ждали. Я ходил, чтобы вы насладились этой атмосферой. Праздничной Алании. Да, 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 я был прав. Ого, они растянулись как. Уже прошло минут 15 и идет еще одна часть колонны. Чего себе. Довольно много еще людей. Сзади людей все больше и больше. Вот, я чувствовал, что еще что-то будет. Увидели, как мы долго ждали. И не знаю, где они потерялись, где они так долго были, но огромная часть участников парада очень-очень отстала от тех всех первых. Кто-то дымящийся такой едет, там куча дыма он сзади. Сейчас посмотрим, кто там дымится за этим автобусом.
стало вообще вокруг. Джипы эти, что ли? Сейчас нету дыма. Германия, поехали. Ну что, друзья, показал вам все до упора максимально. Здесь вам было интересно, хотя бы лайка я заслужил. И Байрамлар Турция, и Байрамлар Алания, и Байрамлар Аркадаш, все мои друзья турецкие, поздравляю вас, спасибо вам всем. Спасибо этой замечательной стране. Выключать вас даже не хочется, если честно. Хочется показывать вам дальше, чтобы жили со мной эта атмосфера, которая здесь происходит, чтобы побольше смогли как бы увидеть и прочувствовать. Сейчас концерт, наверное, начнется, я думаю. Ой, тут такая прохладная вот эта полянка. Вот это тут прохладненько на ней, интересно. Все, друзья, выключаю. Спасибо за внимание. И я пройду сейчас в сторону кораблика, а вдруг пускают все-таки.